Начнем не раньше 2021 года. К строительству шоссе-дублера улицы Аэрофлотской приступят только через 5 лет. По крайней мере, именно эта дата прописана в генеральном плане Сургута. Новая дорога продолжит улицу Семена Белецкого, пересечет железнодорожные пути и выйдет к северо-западному жилому району города. По словам специалистов, сегодня готова проектно-сметная документация и даже проведена государственная экспертиза проекта строительства. Возведение первой очереди магистрали обойдется в 200 миллионов рублей. Необходимость дороги дублера возникла несколько лет назад. В конце прошлого года вопрос подняли строители, развивающие ЖД-микрорайон. Как раз таки для обеспечивания вот наших 60 тысяч Северстроя, 120 тысяч квадратных метров школа, детский сад. То есть вот для того, чтобы обеспечить вот, вход сюда нормально, вот, конечно, дорога нужна была. По словам экспертов, дублер Аэрофлотской улицы откроет новые возможности развития северо-западного жилого района. В перспективе там появится более миллиона квадратных метров жилья. К тому же и индустриальный парк, и логистический центр по планам расположат здесь. Помимо прочего, новая магистраль разгрузит уже существующие дороги ЖД-микрорайона. Однако и это не все. Как говорят эксперты, улица Аэрофлотская на сегодня единственная дорога, по которой можно напрямую доехать до аэропорта и выйти на северное направление. Если там какой-то эксцесс случается, не дай бог, да, то у нас получается первая ближайшая возможность объехать это через Солнечный, через восточную объездную же, автомобильную дорогу. А это очень большое плечо получается. Поэтому именно дублер Аэрофлотского шоссе в части продолжения улицы Белецкого с переходом на ту часть строительства путепровода имеет важное стратегическое значение для города.